Все утятки зашли в домик, а утка еще проверяет обстановочку, еще думает, зайти, не зайти. Еще чуть-чуть, и будет уже совсем темно. Утятки зашли в домик, ждут свою мамашку. Давай, иди. Я уже потом, попозже забираю вот эту вот кормушечку. Под крышу ее ставлю, потому что там еще корм остался. Если будет дождь ночью, да, чтобы не намочился корм. А утром я им опять ставлю кормушечку, насыпаю корм, водичку наливаю. Ну и все в таком духе. Вон они возле входа. Ждут мамашку. Ждут маманьку свою. Вот так. Она у нас замыкающая, да? Последняя заходит. Сколько еще утка у меня будет с утятками, не знаю. Пока меня это устраивает. Пусть находится с ними. Разъединить я их всегда успею. Гусики тут кричат, что-то возмущаются. И я знаю, почему они возмущаются. Где эта курица черная? Не видать. Неужели она перемахнула через забор? А если нет? Короче, у меня здесь курица гуляла. Молодка. Я хотела ее споймать, но она не давалась мне в руки. Надеюсь, что она залезла обратно. А сегодня что? На моих глазах. Смотрю, а она раз, вот здесь вот. У меня же есть между наверху двумя сеточками, видите, как прорезь, дырочка для дерева. Ну, естественно, прорезь больше, чем надо, но я ее оставила. Мне так удобно. И курочка взяла. Раз-раз крылышками, понимаете? И перелетела мне через вот эту вот. Ой, дыряку. Вон они, красавцы. Темно, не видно. Вон, видите, там дырочка. И только я вижу, как она своими крыльями взмахнула. И перелетела. И гуляла мне тут рядом с гуськами. И туда через барьер перепрыгивала, гуляла. Ну, надеюсь, что она мне залезла обратно. Курятник перелетела. Вот удивляюсь, сколько раз перелетать они перелетают, а обратно не догадаются, как взлететь к себе домой. Могла бы спокойно, она же и здесь ходила мне, спокойно сесть вот сюда, на дверцу и домой. Все, все, сейчас я вам открою. Сейчас. Кричат. Вы видите, как они кричат? Открой нас. Вот так. Вот так, да. Все, позрякали. Здесь курочки тоже зашли в домик. Сейчас буду закрывать дверцу. Вот тут вот эту вот перегородочку. Опа. Тихо, тихо. Ты смотри, как она кричит. Она или он. Не разберешь, кто из них кто. Ну вот, я им открыла. Смотрите, видите, проход. Все. И сейчас открою дверцу. И будут они заходить в домик. Утка, а утка, ты чего это? А ну, марш отсюда. Быстренько, ты что сюда прибежала? Давай, 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 вперед. Темно, тут не видно, проходит. Быстренько, быстренько. Давай, давай, давай. Бегом. Ты смотри на нее. Ты что прибежала ты сюда? Марш отсюда. Вперед, вперед. Идите спать уже. Гуляем мне тут. Вышли на ночную прогулочку, да? Давай, вперед, домик. Вперед, давай, 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 красавец мой, вперед, спать, давай, давай.
И что думаем? Давай, выходь. Давай, давай, мои хорошие. Ну, покажите, какие вы у меня культурные и послушные. Давай. Вот так. Давай дальше. Идите, идите. Не боитесь. Давайте. Бегом, бегом. Ну, и смотрите. Все, стопор. Давай, давай, вперед. Ну, все. Чего там увидал? Вот смотрите, все. Назад. Вот, ё-моё, вот такие. Балбесы. Балбесы. Что тут увидали? Ну, никого ж нету. Значит, поможем, да? Все ж было хорошо. Что было не пойти? Значит, дадим вам что? Ускорение. Давай, я буду тут. Давай, 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 выходь. Ну, не, мы еще побегаем. Туда-сюда. Давай. Ну, давай, 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 давай. Давай. Молодцы. Бучки, пошли, пошли домой. Пошли, пошли. И смотрите, обязательно какие-то мимо пойдут. Вот глупые, вот глупые мы. Вот, вот, вот. Вперед, еще и рот. Потерялись, еще и кричат. Понимаете? Так, иду сзади, чтоб никто не развернулся назад. Все, домой спать. Пооткрывала всех. Курочки тоже ждут, когда их покормят. Но у них там есть что еще поклевать в кормушках. А гуськам своим дала сена, чтоб они немножко утихомирились. А то ж сюда зашла, тут столько криков было. Да. Вот. Закрыла им рты сеном. Все. Ой, ой, побежал. Смотрите, как гоняется. Гусиный бега у нас, да? Ну так. Гуськи уже выясняют отношения между собой. Курочек тоже повыпускала, старушечек. Вот. Сейчас буду им всем делать мешанку утреннюю. Дам им пожрать. Сережка мне здесь копает огород. Каждый день по чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Так. Что, уточки мои хорошие, распрекрасные. Все у вас хорошо? Все на месте. Все на месте. Всех все. Порядочек, да? Ну вот, слетела. Помешала. Это тоже. А, хотела сказать, что это молодушка. Нет, это не молодушка. Я же сейчас определяюсь по масочке. На мордочке уточки. По кораллам. Вот она. Молодушка. У нее кораллы еще даже и в помине нету, да? Будут скоро. Ну вот. Это вот у молодых уточек. У селезни побольше кораллы. Ну, тишина и спокойствие. За что я люблю мускусных уток? За ихнее молчание. Да, 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 да. А вон мой зеленый. Видите, пометка еще есть. Вон он. Да. Ты дашь мне подойти поближе? Дашь? Вот он, видите, помеченный зеленкой. Зеленый. А я вчера вместо того, чтобы его зеленым назвать, синькой обозвала. Представляете? Первый мой синька, а потом уже до меня дошло. Какая синька? Зеленый. Ой, у меня уже синька, понимаете, в голове. Зеленый. Так, уже видите, как ломает. Ломает вот эту вот оградку. Ограждение дерева. Вон, видите, как грызет. Ну, ничего ему не страшно, да?
все по зубам, все сгрызут гуси, все. Ну я уже говорила, что гуси грызуны хорошие. Ну, курешечки. Сейчас еще покажу и курешек своих. Утренний показ. Вот. Да. Так, тихо. Тихо. Веди себя прилично. Вот этот Петька все время меня тоже встречает. И вот этот красный высокий. Я когда сюда захожу, они мне чуть ли вот тут не вылазят. Морды высовывают. Жрать просят. И лезут мне в ведро с кормом. Вот так. Наглость. Второе. Счастье. Курочки на заднем плане. Вон там. Вон тот петух. Вон он, видите? Рыжая спина. Вот его. Буду убирать точно, как я уже сказала. А курочка с той попкой, где она? Ну, рыжая курица, это понятно. А где она? Вот, наверное, вот та курочка, да? Наверное, она. У меня их получается... Или вот это. Вот еще тут, видите, с левой стороны две штуки. И вот с правой стороны три, пять получается. Пять вот таких рыжих. Вот. Но одна из них с лохматыми ножками. Вот она. Видите? Вот лохматые ножки у нее. И одна курица у меня вот с такой грязной попой. Где она у меня, курица? Но она не больна ничем. Это просто последствия расклёва. Вот она. Видно, да? Последствия расклёва в раннем возрасте, когда еще цыпленком была. Она выжила. Все хорошо, но что-то там не до конца, видать, сформировалось или что, что у нее постоянно грязная попа. У нее просто, видать, постоянно там как вытекает что-то или что, я не могу. И вот этот вот Петька вот он, у которого спина вот рыжая, вот он красавец. У него то же самое. Но у него даже, я бы сказала, почище, мне кажется. Но все равно, видите, это как будто грязь. Ну, белая. Вот. И вот эта курочка. Что, пошла мне жрать, да? Нет, это уже не та курочка. Вот это, наверное, курочка. Проморгала я ее. Вот она. Да, куреха? Ты? Или не ты? Нет, ты, наверное. Ну, как бы мне не было ее жалко. Если я решила убрать, я убираю. Чтобы я потом не жалела о том, что я ее не убрала. Ну, я не думаю, что что-то плохое в том, что она осталась бы у меня в курятнике. Эта курица. Ну, я не хочу. Скоро начнется инкубационный сезон у меня. Я буду собирать яйцо на инкубацию. И от этой курицы я не хочу собирать яйца. И как она будет носить эти яйца, и какие они будут, я не знаю. И как ее петух будет топтать, я тоже не знаю. Вот у нее такая задница неприличная, грязная. Это именно последствия расклева в раннем возрасте. Вот она, когда опорожняется, у нее вроде бы и не остается, получается, на ней, да, но тем не менее, вот там что-то все равно на ней задерживается. Что-то, видать, затронуто, когда ее расклевали. Возможно, даже яйца, вот, задеты. Поэтому вопрос еще большой, несется ли эта курица. Поэтому я ее убираю.
Ну, планирую это сделать. Да. Ну, а уже вопрос убирать остальных петухов или нет. Конечно, я буду их убирать. Но не в один день. Постепенно. Вот. Смотрите, как он околачивается возле курицы. Кстати, он ее, видать, заприметил. Он обхаживает, видите? Это мой Петя. Да. А этот рядом. Да. А этот обхаживает. Он уже пытается. Курочку. Оседлать. Да, он какой он. Так посмотрите, какой он огромный. Он такой высокий. Она что-то такая бедная, несчастная. Что, замучил ее, что ли? Как будто мокроватая какая-то курица. Замучил Петьку, буду наблюдать. Что-то такое. Кажется, замученная. А Петя молодец. А Петя молодец. Это мой Петька. Или это Сережин Петька? Что-то не оба петуха похожи. Да нет, это Сережкин Петька, да? Потому что белый цвет больше вот на крыле. А мой Петька вот более темный такой. Они оба похожие, но мой более черно-красный. А Сережкин петух посветлее, чуть-чуть оттенок идет. Тоже черно-красный. Нет, он красно-черный. У него больше красного такого преобладает цвета. И вот крылья еще белые, концы крыльев. Это он, оказывается, что обхаживает курочек, да? Ну, пусть обхаживает. Это тоже Петька высокий. Сверху не видно, да? Петя, ты высокий? Высокий. Но у него, у этого Петьки гребень другой. Петя, ку-ку, ты где? Петя, а ну, улыбнись. Тебя снимает. Скрытая камера. Сейчас тоже буду витамины давать, поилочки. А корм насыплю после того, как споймаю тех, кого я хочу сегодня убрать. Ой, в той половине, смотрите, одни черненькие, пару курочек беленьких, а здесь хоть красненькие. Разделились куры на два лагеря. Смотрите, здесь красные. Большинство, а там черные. Вот так. Красненькие петушки. Да. Высокие, хорошие. Курочка. Разговаривает, хочет яичко снести. У нее мысль о яйцо снести, а у петуха одна мысль. Как бы на нее запрыгнуть. Вот так. Вот так. Вот курочка моя и петушок. И посмотрите, какая курочка чистенькая. Без никаких штурпаков. Кожи. Вот. Это 8-месячная курица. А вот это 6-месячный петух. Посмотрите, сколько тут подкожных вот этих вот штурпачков. То есть это перо подкожное. Оно не выдергивается. Вот. Видите? Вот какой он страшный кошмар. Ну, поэтому вот в таком возрасте я петухов не убираю. И не тороплюсь их убирать. Это вот ответ тем товарищам, которые меня спрашивают, почему я не убираю петухов. Потому что они
большие, да, выросли, но им только полгода. И при ощипывании вот такая вот проблема. То есть надо еще подождать, еще время надо им дать. Ну, недели три. Пока петухи не тормошат моих курочек, я их не буду трогать. Как начнут, так сразу буду убирать. Это вынужденная мера, я убрала, потому что он мне не нравился. Вот такой он здесь, видите? О, показываю все как есть. Страшные кадры. Это все, вот это вот все вырежу, конечно, собачкам там. Неприглядное то, что курочка очень чистенькая, хорошенькая, прямо с удовольствием ее ощипывала, прям получила удовольствие. Ну, конечно, по сравнению с этим петухом, да? Вот он. От курочки получила удовольствие большое. Первую ощипывала петуха, а вторую курицу. И прямо, ну, балдела при ощипе. Вот здесь она вот такая вот. Видите, у нее здесь рана. Ну, посмотрим, какая она внутри. Она жирная. Вот прямо чувствую, вот здесь вот жира много. И, то есть я делаю вывод, еще не видя, что там внутри делается, что курица, естественно, жирная, и она не неслась. Я сомневаюсь, что она неслась. Сомневаюсь очень сильно. И она, слушайте, прям такая тяжелая. Сейчас вот прям возьму ее в таком виде. Сейчас я ее взвешу. Сейчас я эту курицу вот в таком виде взвешу. Мне прямо интересно. Так, сейчас я быстренько. Так, мои супер. Так, делаем. Мои супер весы на нуле. А ну, сколько зависит курочка? О, 2,250. Вот так. 2,250. Ну, вытащу внутренности. И посмотрю, сколько она будет весить без внутренностей. Ну, очень хорошая, но очень огромная, тяжелая курица. Я начала разрезать и хочу показать вам. Вот, смотрите, сколько здесь уже жира и сколько здесь жира. Посмотрите. О, я еще туда не докопалась. Смотрите, смотрите. Кошмар. Все в жиру. Ну, правильно, вот эта вот часть, она прощупывалась. Я была уверена на 100%, что это все жир. Ну, вот. Яйца здесь нету на выходе. И так думаю, что и там тоже нету. И не видно. Вот такая печеночка. Сердечко. Жирочек. Смотрите, сколько жира. Вот здесь жир кусками. Вот желудок весь в жиру. Здесь внутри яички есть такие маленькие, но не сильно мелкие. Жир, естественно, все. И смотрите. Кишки тоже в жиру. Ну, это естественно. И вот яйцевод. Смотрите, яйцо. Но мягкая тут идет оболочка, скорлупа. Оно давно лежало в курице, находилось. Смотрите, вот здесь твердое образование. Вот здесь твердое образование. Вот здесь, вот здесь. Это уже пошли как бы по яйцеводу на выход желточки, да? Они покрываются желточки эти белочком, правильно? Скорлупой, да? И уже из яйцевода выходит яйцо полноценное. Ну, не судьба. Оно бы не вышло. И смотрите, вот. То есть курица не выжила бы. Рано или поздно она бы отбросила коньки. То есть она бы умерла. Только из-за того, что... Во-первых, жирная курица, да, вы видели, сколько здесь было жира. Яйцо не могло выйти, но не только из-за этого. Даже если курица жирная, она может снести яичко. Ну, хотя бы один, да, или два раза яйцо она может снести.
А здесь была проблема с нарушением яйцевода в маленьком возрасте, когда был расклев попы цыпленка. Ну, вот так, друзья. Я правильно сделала, что я курицу эту забила, что я ее не пожалела. Если бы я ее пожалела, то просто она бы мне через время умерла из-за того, что она не может снести яйцо. Яйцо начало уже портиться. Вот он. Вот это, естественно, я все выкину. Ну, вот это вот все я это выкину, а это собачкам сварю. Вот, а так я покушаю мясо. И здесь прилично мясо. Так что, друзья, не надо никогда жалеть, особенно курочек в своем хозяйстве, если вы видите, что она... Ну, что-то с ней не так. Вот есть какое-то сомнение, что с курицей что-то не так. Лучше эту курицу, естественно, убрать. Вот и я, друзья, убеждаюсь уже в который раз. И чуйка меня не подводит, что надо ее убрать. Сейчас занимаюсь петушком. Вот. Там есть два яичка. Вот такие вот. Небольшие. Вот. Печеночка какая. Красивая печенка. Лучше, чем у курицы. У курицы из-за того, что она жирная очень, у нее печеночка другого цвета. Жирочка немного на петушке. Вот. Желудок, сердечко. Кстати, лапы очень огромные у петуха. И смотрите, черные. Но это петух у меня, потому что темный. Вот. Жирочка как бы не очень много, но тем не менее жирочек присутствует. И тушка сама желтая, кожа желтая. Но из-за того, что еще шестимесячный этот петушочек вот так плохо отдирается перо, пеньки остаются. Вот это на внешний вид, конечно, влияет. Вот. А так тяжеленький, конечно, взвешу, посмотрю, сколько он весит. А ну я могу прямо сейчас, в принципе, тоже его взвесить. Чего? Сейчас я взвешу. Я, друзья, я все на ходу делаю, представляете? Ну, в принципе, по-другому и не получается, да? Так, кило 496, ну, 1,5 килограмма. Вот, 1,5 килограмма тушечка петушка. Вот так вот, хорошая, хочу сказать. Хорошая тушечка. Ну, ему бы, конечно, еще подрасти немножечко. Ну, уже он не будет расти, конечно. А вот другие петушки, я им дам возможность пожить. Потому что я не собираюсь вот так вот мучиться и смотреть на это все дело. Пусть подрастут, и когда они будут ощипываться без проблем, я тогда их буду забивать. Ну, единственное, что буду надеяться, что курочек они не будут беспокоить. А если будут, значит, пойдут, как и этот петух, в супчик с лапшой. Петя настырный очень. Куда ты прешься? Куда ты прешься? Прям на меня. А у меня здесь сидят две курешки или больше? Нет, две. А мне надо посмотреть яйца. Я не знаю, сейчас я залезу, испугаю я ее или нет, эту курицу. Ну, обычно, если курочка как бы сидит, спокойно сидит, да, то значит все в порядке. Вот смотрите, под ней три яйца. Сейчас я их вытащу. Так, еще может быть. Ага, еще четвертая. И сидит спокойненько, видите? Рыжуха моя сидит спокойно. Так, а черная? А черная, наверное, сейчас полошится, да? Ну да, значит, не хотит сидеть пока. Так, ну, дорогая моя, мне надо вытащить. Опа, тихо. Так, три яичка и сверху 4. Я их ложу в карман, потому что я без кружки. Но зато у меня есть, ой, блин, большие карманы. Так, а итого сколько у меня яиц-то?
Курехи, сколько у меня яиц? Курехи только что спорили, кто зайдет туда, в гнездо. Давай, заходи, ты победила. Ну, в общем, 7 яиц в кармане. Добычу забирала. Забрала. Ну, сейчас курятники тут. Обеденное время, тишина, спокойствие. Сейчас надо будет водички посмотреть, подлить курёшкам и дам им овощи. Да? Давать им овощи? Или не давать им овощи? Или посмотреть на ваше поведение. Поведение хорошее. Петушки себя ведут прилично. Никто курочек не обижает. И курочки молодцы, несут яйца. И еще будет, да? 7 яиц взяла, будет еще. Вот, что хочу сказать, что я очень довольна тем, что я убрала сегодня петушка и курочку. Что, без сомнений, я ее убрала. Я вообще такая довольная. Потому что если бы я пожалела эту курицу, не убрала бы ее, да, то какой был бы результат? Плачевный. Курица бы рано или поздно померла бы. Потому что я вам показала, что внутри происходило, внутри этой курицы. Какие огромные петухи вынудили меня встать. А то я на их уровне прям сижу. Да. Если они все на меня так раз и налетят, да, завалятся. Пети. Ну, мы два Петьки. Красавцы с гребнями. На бок. Это тоже высокий, но у него другой гребешочек. Другой. А у него лапы, видите, лохматые. В общем, курица завесила у меня 2 килограмма. Да? Тихо, тихо, тихо. Ну и 50 грамм. Если со всеми причиндалами ее взвешивать, то вот такой вес. А я всегда так взвешиваю. Петушок. Так, а петушок сколько? Ёшкин кот. Кило. А сколько же у меня петух весит? Вот, ё-моё. Забыла, представляете? То ли кило 680, то ли кило 860. Ну, в общем... Не, наверное, 860. Нет, не 860. Он же не такой жирный у меня был, но он высокий, большой петушок. Надо глянуть. Господи, вот склероз потихоньку подкрадывается. Вот так. В общем, убрала, и слава Богу. Вот так, друзья. Если видите в своем курятнике что-то не то с курицей, да, то не жалейте ее, убирайте, иначе все равно она помрет у вас, если не сегодня, то через несколько дней или недель, но тем не менее помрет и будет жалко, да, такую курочку. А так я с мясом, так. И эта курица, которую я убрала, она яйца не несла. Поэтому смысл ее кормить, да? Она только себе жирочек набирала и все. Она кушала, аппетит у нее был, все. У нее жирочек только завязывался все больше и больше. И пришло бы время, что эта курица бы перестала кушать, начала бы худеть, а может быть и резко бы померла. Потому что у нее внутри уже начало портиться яйцо. Поэтому плачевный был бы результат, друзья. Еще раз убеждаюсь, что чуйка меня не подводит. Если решила убрать, я убрала и не пожалела. То есть увидела, что эта курочка вот такая непонятная, да? То есть она мне не нравится. Все, я ее убрала. Хотя она подвижная, живая, да? Аппетит у нее был. Все.
Но вот так внутри у нее было. Из-за того, что у нее с попой были неполадки, не по ее вине, вот у нее вот такое и произошло в ее организме. Вот так. Такие вот дела. Живем дальше, даем возможность петушкам подрасти. Не буду я их сейчас убирать, мучиться с этими штурпаками. Подкожное перо, которое остается на тушке. Это не очень хорошо все-таки. Хочется, чтобы тушечка была более красивая, да? Вот так. Гуськи, как всегда, шумят, разборками там занимаются. Ничего у гусей не меняется. А петухи, слушайте, ну прямо окружили меня и все. Ой, а тут курёшка. Ой, а тут курёшка. Другая зашла курёшка. А нет, или та же, что была, да? Вон. Да, это я не дала ей снести яйцо. Все, я тебя не трогаю, не трогаю. А эта курёшка наверху. Высоко сижу, далеко гляжу, да, курёшка? Давай тоже залази, снеси мне яйцо. Ну вот так, еще два яйца будет сегодня. И я этому рада.